Всем привет! Сегодня я покажу предметы из компании предметов моих любимых. Мой этот SSD 3G, ну или как там Wi-Fi, не помню. Вот такая у него карточка. Такая крышка. Вот такой сам SSD. Вот, кстати, видите, там зелененькая эта платочка. Ну, мини-плата. Вот так его надо втаскивать. Кстати, видели, как я быстро вступил в все это? Да потому что тут их дофига еще. Где-то штук так. Сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять. Пять кандидатов. И вы видите там, наверное, кое-что особенное, новое. Так, это вы уже видели. И, кстати, когда я взвесил, я сильно огорчился. Оно весит 50 грамм, вот черт. Сейчас вам покажу, правда. Вес еще возьму. Так, вот я притащил. Надо их включить. Посмотреть. Ой-ой-ой, пали. Давайте. Вы что? Что, нужно поверхность? А, ну, значит, они... Ой, камеру задел. Так. Тарируем. Я сказал, тарируем. И взвешиваем, чтобы не поцарапать. Чего? Вы что творите, весы? Все, хватит тарировать. Ну, давайте лучше, не знаю, на этой. Просто без... Да что с ним вообще происходит? Я же сказала, вы не так весите. 78 грамм. Я в шоке. А, 50 грамм, вот, показывает 50 грамм. Фу, я уже думал, все, что, как так возможно, что весы так багают? А давайте посмотрим, сколько весит вот такой пистолет лазер. Кстати, он правда пистолет лазер. Вот лазер, вы видите. Такой лазер. А вот фан... Ой, ослепило. Надеюсь, вас не ослепило. Вау, как клёво, да? Слепит даже меня. Очень стрёмно было для вас, надеюсь. И вот такие, вот такая штука. Кстати, мы забыли взвесить. И вот эти менти... 24 грамма. Ха, легкотня. Ты у нас сколько весишь? Мне тоже интересно. Так, положу вас более-менее как бы. 18 грамм. А вы вместе. Короче, я сейчас все предметы положу. Так, уже 43 грамма. О, тяжеловес пришел. Еще один... Только самый тяжелый это, конечно, 50-граммовый. Ох, не падайте, не падайте. И сколько вы весите? 223 грамма. Охренеть! С половиной. И еще 7 это будет. Ну, короче, дофига. Дофига. Очень. Ну, Алиси сделал все. Ну, короче, сейчас здесь все по одному. Так, ты иди отсюда, мешаешь. 50 грамм. 24 грамма. 31 грамм. Странно. 18 грамм. 30 грамм. И 68 грамм. А, тяжелее получается. На 20 грамм-то. Эта штука. Очень, кстати, клёво. И, кстати, вы заметили, мои ролики стали длиннее и клёвее. Клевелее. Я не знаю, как это говорится. Клёво, клевелее. Я, короче, не могу выговорить клёво. А, вот, клёво. Вот, смотрите. Смотрите фокус. Смотрите вы все фокус. Магия. Монтажера. Та-дам! И уже нету. Ти-ри-ри! Хо-тау! Чё, я не прощаюсь с вами. Фигня. Штука нормальная. Нормальная штука. Штука. Кстати, тут какая-то выцарапка. Ну, выцарапанная штука, но ее вам не увидеть. Я еле видел. Ой!
Короче, не забудь подписаться на Дениса А2, на Славу А7, ну, короче, на меня, на Леона А1. И пока. Не забудь поставить большой лайк и подписаться на канал. Пока.